Приехала меня и тебя, Бета и Таня. Вы Диму посмотрите, на Диму посмотрите. А, красавец какой! Я не больной, жизнь такая. Куртку держи. Покажи, что покажи. Чемоданы, монтажная станция. Тихо, тихо. Подожди, дайте я разверну вас. Мы это с этой камерой на вышку. Да, переворачивайся давай. Вот. Два чемодана. Кстати, киевские чемоданы, помните, про которые мы говорили? По 1300 многие спрашивали. Угу. Вот здесь все, здесь очень много умещается. Вот, то есть, понимаете, да, что нормально набито? Коробки новые. У нас, как у правильного наркоторговца, всегда продукция в багажнике лежит. На самом деле, это заказы девчонок из Москвы. Такой прикол, что в Москве вот эти вот премиальные комплексы. Вот это, кстати, спрашиваю, почему я быстро запоминаю. Вот на этом. А, кстати, от Невров покажи. Есть? От Невров. Не помню, был в заказах или нет. Был от Невров. Вот он. Вот когда перед вами будет директор слюнями брызгать, а вам будет пофигу на него. Вот эта вот штука. Это при помощи вот этой штуки. И, кстати, вам будет пофигу. Я успокоил перед выступлением. Расскажи, у тебя даже кровь из носа от того, что нервничал человек. Ну, не знаю, может, другой просто был. Но давление подскочило. Такое было, нервозное. Что это такое, блин? Да я хоть капюшон одену, минус 6. Да почему? После 23 уже как лето. Как я начал, смотри, что делать. С кем поведешься, от того и забеременеешь. Так, смотрите, ситуация какая? Компания производит продукт на одном своем заводе, в Бердске, под Новосибирском, на все страны мира. Вьетнамцы прочухали это дело, у них вот эти премиальные комплексы, у нас они от 3 до 4 тысяч стоят, у них они стоят 3 раза дороже. Знаете, что они делают? Они выгребают это в России и отправляют через там, ну, типа, ЕМС, да, ну, и так далее. И это выходит им примерно 0,25% к стоимости. Почему в Вьетнаме дороже, чем в России? Раз таможка, пошлина, сертификации дополнительные. И Москву выгребают просто. У нас в Москве есть партнеры. Покажи, сколько мы привезли заказов. То есть на Саранск без проблем я могу это заказать. Вот это вот комплексы для мозгов. Дайте мне камеру. Вот. Здесь получается у девчонок 7 штук заказано. Это вот как раз тростняк. Вот это вот натуральный комплекс. Все спрашивали, как Дима от седины избавился. Помнишь, ты к мастеру днями ходил, он тебе сказал, что вообще не осталось. То есть прям вот единичные волосики торчат. Один к тысяче. Да, то есть раньше прям вот сзади у Димы, здесь на затылке клок был белый. А потом, так, еще натуральные витамины, 3 штуки. Нервяков еще 3. И еще 8 штук мозгов. Контрабанда. Да, это у нас... А, вот, еще у меня распихано по всем углам, честно. То есть я сгребала просто в багажник. Дима на меня орал, мы едем с таким свинарником. Я говорю, ну что делать, партнеры в Москве ждут. Чем, например, из Саранска отправлять? Мы же бесплатно все это привезли. Вот. И все довольны. Чего она, не хочет показывать, что ли? Вот до чего ливой доводит людей сибирское здоровье. Siberian Wellness. А Siberian Wellness в новом. А еще я хочу пожаловаться. Можно? 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 На мужа можно пожаловаться? Давай, так, жалуйся. Так, мой бьюти-кейс никак не выгружу. Новый, так, очень так, ты красивый. Мой ноутбук не трогай. Я сам понесу. Новые, очень красивые, стильные коробки из Икеи. По 89 рублей. Во что ты мне их превратил? В коробке по 69 рублей. Нет, они уже в коробке по 0 рублей превратились. А это Дима чего? Ну все, давай мы сейчас это на ресепшн загрузимся и вам покажем номер. Хотя бы раз 100 раз показывали же. Давайте ключ. Первый раз мы сейчас уже в другом крыле. Обычно нас селят на шоссе. А сейчас нас на сторону парка селят. Показывай. Дом, мини-дом, да? Я же говорю, рабочий стол есть будете. Отлично, отлично. А как же? Я же для вас буду. Вот, 10.
смонтировать. Я с собой компунтер взял. Да я пройду. Вы можете поставить ботинки, снимите, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Он бежит ближайшие 4 дня. 4, 5, пойдем, 8. Пойдем подписчикам покажем, что же нас тут ожидает. Вот такой номерок. 1800 за двоих, за сутки. Ну, у нас льгота. Да, потому что мы всегда селимся же очень большой группой. Так, что у нас на улице творится? А на улице у нас вот такой пейзаж. Окна не чищены. Ну, тоже минусы есть. 3 звезды. Так, Три пизды. У нас машина с другой стороны, да? Ну, а тебе какая разница? Да, в принципе, никакой. Видно город. Да. Пойдем покажем ванну. Пойдем ванну покажем. Сумку. Успею я. Главное показать. Сия, святых. Сралик. Не, ну а что, аккуратненько. Аккуратненько. Здесь главное всегда чистое белое постельное белье. Все сухенько, полотенчики, все как надо. Самое главное место в нашей жизни. Здесь есть шкаф, чего нет, например, в нижнем, в отеле. Не, ну последний мы в котором были в дипломате. В дипломате был шкаф. Полный. Так, ну сейчас мы переодеваемся и едем в торговый центр выбирать вместе с вами мне. Юрьевича одевать едем. Вот так. Голый мужик у нас, голый. А в Саранске у нас ничего не продают. А что ты будешь смеяться? Сейчас я одену тебя. А завтра, сейчас после репетиции, поедем одевать 4 человека, потому что у нас звездец, что в магазинах. Продают только презерватив и аспирин. Хорошо, хоть это есть. Детей не будет, и голова болит. Да. Ну вот мы в метро. Татьяна Павловна опять вся в разговорах. Не хочет со мной сегодня разговаривать. Для нее работа превыше всего. Ну-ка еще раз на камеру скажи. Я не воспринимаю эту работу, это образ жизни. Какое у тебя лицо хорошее? Добрый. Мы на станции Партизанская. В какой-то веке за... 15 лет. За 15 лет. Вдвоем. Не как бешеные собаки. Не на машине. Не на машине. Не как бешеные собаки по Москве не бежим. Не на съемке. И не на съемке. Не на встречу. Просто едем, как обычные белые люди, в торговый центр. Пожрать? Что-то купить. Ну, камера за тобой сидит, по мне не писает. Кадр. А еще надо подарок ребенку купить. Вчера спрашиваю малую, говорю, доченька, что тебе привезти? Спрашиваю малую вчера, что тебе привезти? Малая говорит, шмоточку, вкусняшечку и игрушечку. Итак, мы добрались до торгового центра под названием... Атриум. А? Еще раз. Атриум. Атриум? И мы в обязательном порядке, прежде чем делать покупки, надо насытить живот. Кстати, она что-то сегодня не разговаривает. Ну, у меня заказ делал. Так, ты что будешь еще раз? Курица, борщ и устрого. Да. И латте. Да. Помнится, когда я в детстве приезжал в детсадовском возрасте к тете в Москву. Для меня покататься на метро было чем-то фееричным. Праздником. Да, не то, что так праздник, это мало сказано. Для меня метро это было смыслом жизни, когда приезжал я в Москву. А сейчас, прокатнувшись, я на метро, я понял, что. Дайте мне машину. Да, на машине комфортнее, и уже метро не дает такой эффект вау. Ну, потому что было детство, а здесь не все было. Ты раскусила меня. Я тебя уж 15 лет раскусываю, никак не накусаю. Мы очень часто с Татьяной
забываем вам показывать то, что заказываем покушать. Мы справляемся и вам показываем то, что мы заказали в ресторане. Это сразу у нас будет называться комплексным обедом. Бизнес-ланч. Татьяна у нас заказала чечевичный суп. Вообще вкусный. Дай-ка переверну. Right. Смотри, какой густой. Как в Азербайджане делают. А я по русской традиции борщица. Борщицу у нас еще салатик. Уничтожу. Салатик у мяска. Потом нам сейчас принесут мне бестроганов с картофельным пюре. Салатик цезарь с курицей. А тебе? Салат овощной и куриная грудка с рисом. Так, поэтому мы сейчас дождемся и еще раз включимся. А я не писал. Эх. Сижу, распинаюсь, оказывается, у меня забыта кнопка нажата на запись. Ну вот, повторяемся. Когда мы подвезли салатики? Я уже ем. У Татьяны вот яйцо, огурец. Как обычно. Твоя попа не жалеется. И у меня а-ля цезарь. Забыли показать вам еще по кофейному напитку. Нет, это латте. Латте. И ожидаем мы теперь... Горячее. Бестроганов с картофельным пюре, и там что-то такие же есть. За все мы отдали 1200 рублей пополам. Кстати, вот подумаешь, у нас раздельный бюджет. Не, ну, чтобы люди знали, сколько можно спокойно, без особых изысков, вкусно покушать. Ну вот и весь апофеоз сегодняшнего нашего обеда. Подвезли бестроганов с картошечкой. С огуречком даже. Да, с огуречком. И какую-то слишком большую порцию риса. Но, походу, он не соленый, потому что Татьяна Павловна у нас засыпала весь рис солью. Нет, это чуть-чуть перца. Будем пробовать. У нас камера не хочет за нами наблюдать. Поправил. Так, литературный эстет, закрыть уши. Мы нажрали. Правда, мы очень вроде вкусный. Особо так необъемно поели, но. Очень вкусный сыт. Но сыт. Вот это мы заведение. Пошли искать Зару, потому что такое отдел. Так, я показал. Представляете, в Саранске нет Зары. И манго тоже. Пойдем. Ну пойдемте выбирать подштанники. На улице мороз, без паники. Женщины, девочки, как по магазину ходите? Вы как по магазину-то ходите, да? Мне уже надоело. Трое брюк померил и одно пальто. Да, мне уже надоело. Это с учетом того, что мы едем в Манго, в определенный магазин за определенной рубашкой. Нам одна пришла в Саранске через Валбер, вторая не успела, зараза сегодня приехала. А там бы ехать не пришлось. Но между Атрем и Европейским всего три станции, поэтому быстро помирнулись. Вот, едь. Терпите его, будешь красивым на сцене. В номере. Кое-как папе купили брюки. Папе. Диме. Рубашку. И планшет.
Вообще, это другая, это отдельная история. Я просто хочу, дорогие женщины, девушки, бабушки, вся женская половина, вы мне объясните, как вы можете целый день шопиться? Нереально, честно. Я купил всего лишь два предмета. Я выжатый, как лимон. Я как будто 40 соток картошки посадил, наверное. При том, что ты в примерочной, по факту, мерил только трое брюк и один пиджак. Сейчас я переведу на оратора. Даже этот, отказывается работать. У тебя поджилки аж трясутся, честно. Ну, мы, конечно, с дороги это тоже учитывает. Ну, причем с дороги? Ну, я что-то, у меня ни ноги, ни руки, я ничего не чувствую. Честно, я никакого удовольствия не получаю от шопинга, я его не люблю. У меня для этих целей, вы часто спрашиваете, что за шмотки. Есть стилист саранский, берет очень адекватные деньги. Например, образ нам на событие, каждому по 3 образа, со ссылкой на все магазины, тра-та-та, обошелся в 1500, и она нас еще онлайн сопровождала, да, Дим? С примерочной, я там ей скидывала фотки, что Юля, а вот на Диме вот это хорошо, Юрич купил такую рубашку, манго, зараза, пить так. Кстати, манго на Валберисе дешевле. Кстати, да? Кстати, я не знал, почем стоит рубашка. Да? Я думал, она дешевле. Я тебе что-то говорю. Так, последний торговый центр как назывался? Европейский. Да. Мы последний раз были в этом торговом центре и попробовали впервые в жизни 0,5 бутылочку воды в стекле за 450 рублей. Ладно, не прибедняйся, достаточно зарабатывать. Да я не в этом дело. Мы просто бегали по всему торговому центру и не могли найти нормального или кафе, или места, где можно купить воду. Да. Мы пить хотели очень сильно порцию ресторана. И нашли один какой-то ресторанчик, нам продали бутылочку воды стеклянной за 450 рублей. Я чуть не поперхнулся, когда узнал сумму. А, ты еще просил купить 2 или 3? Да, кстати, когда я еще не знал сумму за одну бутылочку, я просил 2 бутылочки, но мне Татьяна легко ногой стучая по коленке. Я не взял тебя. Сказал, не надо. Нет, ну это реально дичь. Дичь, дичь вообще. За что? За что? Не какая-то там с какого-нибудь суперисточника, просто обычная питьевая вода. Вот. Вот чем сейчас я утоляю жажду, намного вкуснее в 1000 раз. Вот. 1,5 литра. Ну и я немножко, помимо одежды, пришопился в свое удовольствие. Помните, мы говорили, что у нас планшет-то скоммуниздили в Крыме? Да, у нас в Крыме скоммуниздили, я приобрел себе другой. Просто я так и не смог привыкнуть к утрате этой. Да, не то что ноутбуки, я вообще привык изначально, когда они пошли в первые планшеты вообще в продаже, я их покупал. Я не могу без планшета, я к ним привык. И вот сколько, 4 месяца, 5 месяцев я без планшета. Я так вот в телефоне, мне неудобно работать. Ты ходишь с Samsung A7, то есть такая же устаревшая моделька. Работать на нем, отвечать на комментарии сложновато, кнопки мелкие и так далее. Ну, да. То есть, если сейчас покупать себе, например, там Иска, по-моему, сейчас, ну, вот эти новые модели, он тоже стоит 70, лучше планшет за эти деньги. Ну вот, поэтому папа взял заодно и разорился на планшет. Теперь он сыт, доволен и жажду утолена. Сейчас мы немножечко отдохнем и пойдем поужинаем. Вот у Татьяны уже ужин. Ой, бегемот. Я вот до сих пор представляю, как она это делает. 5 таблеток за раз глотает. Как факир, блин. Это не таблетки, это капсулы. Сейчас я выпила их 8 штук. Даже 8? Нет, 8. Я выпила их, подожди, я не могу, что я не выпила. Короче, 8 или 11. Мы немного схватили сопли. Мы поспали с открытым балконом всю ночь. На улице было минус 30. Мы не заметили, что окошко открыто. Ну, наверное, по первому влогу понятно, что мы грусим в нос. Мы, короче, схватили сопли. А так как у нас сейчас большое количество репетиций, выступлений, то есть мы постоянно говорим, даже в дороге сегодня была репетиция, но благо у меня, моя часть, Дима за рулем, его, ну идешь освободить, у него уже все прорепетировано. И я понимаю, что голос реально страдает. То есть когда ты говоришь на камеру, да, в том темпе, в котором тебе в принципе удобно, либо когда ты говоришь вот там вот с определенной интонацией, да, это классно, это интересно, но... И ушел. Я вот давайте покажу я вам, какая тут вечерняя у нас Москва. Окошко грязное, поэтому сразу видно. А может и свет выключить на 5 секунд? Полно. Потому что у меня зеркало отражает. Ну, что скажешь? Любой каприз за ваши деньги. Вот такая у нас вечерняя Москва.
С 19 этажа гостиница Бетта. Скажу я вам, она более красивая, чем обратная сторона, сторона с видом на шоссе. Тут посимпатичнее будет. Тем временем наступило утро. Мы собираемся завтракать. Татьяна Павловна уже отвыкла, что я имею свойство теперь вести влог. У нас это редко, но метко получается. Ты о чем? Не понял, что вести влог? Я хотел пожаловаться, то, что вчера ужин был очень плохим в этом, в этой гостинице. Кстати, это первый раз, но в Бетте не понравилось ни мне. То ли мы поздно пошли, но как-то вообще стало прям очень-очень скучно. Когда мы были в октябре? В сентябре. В сентябре мы кушали в ресторане, ну как, на втором этаже этой гостиницы. Было более скудный ассортимент фуршетного стола, а сейчас вообще капец. Что-то я так расстроился. Цена зато стала дешевле на 100 рублей. Какое счастье. Пошли. Поэтому мы сейчас возьмем вас с собой в качестве доказательства, что изменилось то, что мы так сильно нахваливали. Смотрите на лохматого Дима. Гладил себя утром. Пастырь. Покажи, гладил. Покажи, какие страшные вещи делаю. Текст на кнопке, ссылка. Бота. Не знаю, тут слишком ярко. Короче, я пилю с утра бота. Утрешний хакер. Да, кстати, лифты тут такие скоростные, что тут закладывают. Татьяна Павловна, у меня настроение не повышается с каждой ступенькой. Чё? Нас, наверное, вкусно покормят опять. А, здесь вкуснее кормят, да? А то вчера нас на первом этаже кормили. Мои ожидания не оправдались. Утро все такое же вкусное, как и было всегда. Да и на ужин примерно было то же самое. Правда, подход немножко у нас идет ограничен. А так, в принципе, все то же самое. Мы сейчас вам покажем. Вот на... контент снимает. Контент на контент. Вот. Давайте я камеру поверну. Вот, в принципе, вот это изобилие раздается за сумму. Ключевое, Дима, без тортика. Да, кстати, вот, ребят, я вот в последнее время перешел вот на такую еду. Грустно, но жизнь хочется. Вот небольшой ресторанчик. Народу много. Утро все голодные. Да. Ну, короче, всем доброго утра. Кофеек.